В 12 часов дня ЖКХ-центр на улице Гагарина заполнен людьми. Все они пришли на розыгрыш подарков. По крайней мере, квитанции с приглашениями были высланы каждому. Черным по белому написано «Подарки всем». Но, как оказалось, народ зря собрался. Розыгрыш уже провели. Нам ничего не дали. Унижение, это моральное унижение. Это бумажки. Это нас морально унижили. Лицо плюнули. Подошла абонентный отдел, вот, вот этот вот. Говорю, девчата, я пришла выиграть чайник. Ну, хотя бы чайник. Мне эта девушка отвечает. Никакого розыгрыша не будет. Не будет. Идите домой. В управляющей компании нам пояснили, розыгрыш провел компьютер с помощью специальной программы. Ну а как же гарантированные призы всем? Все участники, которые приходили, оплачивали квитанции, они должны были получать ЖКХ-центры мандарины, сладкие подарки. Понятно, по одному мандарину? Ну да. Обещанные чайники и микроволновки достались лишь десятке победителей, остальным витамины. Мы не претендуем ни на какие призы, нам это не нужно, вы понимаете? Мы, как говорят, платим за это совсем по другой причине, но мы против того, чтобы обмана, унижения... Чтобы не шумели, пообещали гражданам коммунальщики подарить утешительный приз по авторучке. Да и то обещание не сдержали. Так и ушли домой люди. Мало того, что без подарков, так и еще с испорченным настроением. Татьяна Суворова, Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».